мертвый. Это в обычке, короче. И лута нету. Мы просто сколько уже сейчас проебали, да, походу? Ну да, 40 минут как минимум. Это считай вот этого еще жребута, если ждать, нахуй, считай, блядь, час будет. Пиздец, нахуй. Где адрес сервера? В Нидерландах, говорите, да? Сука. Пизда далеко, блядь. Да, они просто шифруются. Под VPN-ом, да. Блять, это какими уёбками надо быть? Это ж пиздец, это все РТ под жопу, блять. Заряжай тополь на Нидерланды. Пиздец, нахуй. Да сервак в Москве стоит. Я тоже слышал, что где-то в Москве, блять. Ну это во времена X2 еще было. Я когда там играл. Да и похуй, где он стоит, блять. Просто адрес дауна, который это делает, нахуй. Или что, или это на автомате такая хуйня стоит? Сука, уёбки, блядь. Вот, блядь, просто пиздец. Пиздец, нахуй, охуею. Так, а что я забрал, получается? Т4. А, у тебя что, ни одного этого нет, что ли? Кого? Ты 71-го? Ну, теперь один есть. Так у тебя же вроде там шмотки 271, две штуки. Ну, 271 это этот, это тапки и голова, это с ТТГ, которые. 77 пояс, потом чё? Кольцо за репу, запы, плащ, шея. Ну, осталось чё, только апнуть эти три куска. Я думал, на самом деле, что я заберу. Я забыл, что у тебя тоже привора много. Какую шею? Не, не шею, это печеньку, которую апает. Ага. Там дохуя людей на печеньку. Ну, привора не... не у многих столько. Ну вон, смотри, перед тобой Вадикон, Инвизибл, Хурюк и Вилаша, блядь. Это дохуище. Ого. Так что, блядь, это еще долго ждать. Понятно. Это на кого ты печеньку хочешь? Это он на ДК. Нет, на Рогу. Рога, ДК и там еще кто-то. Mm. Покоритель, короче. Нормально. Там маг еще, по-моему, блядь. Ну погоняй, 260 там как бы. Хотя бы и так есть. Не, ну это пиздец, нахуй. Я если бы знал, нахуй, что на 7 минутах они 21 минуту сделают. Блять, был бы, знал бы, да, постелил бы сено, или как там говорится, блять. Соломку, нахуй. Ёбаный рот. Знал бы, что ловушка будет, отбежал бы, да? Актуально, нахуй. Ой, блин, здесь ничего не сломают. Лучше бы они себе мозг сломали, нахуй, чтобы они не могли да. Больше, блядь. Сука, этот, скажи мне, блядь. Я, кстати, вчера играл в Jedi Fallen Order, блядь. Ебать. Там вообще... Что, серьезно, что ли? Там, короче, прикинь, какая хуйня. Там этот, какой-то конфиг или фикс, какая-то хуйня, короче. Ну, файлик скачиваешь. И типа, а в игре настройки там, ну, нельзя поменять. Типа, там просто средние... Высокие и супер, типа, эпичные, ебать. Я такой думаю, ага, блядь, у меня на средних, нахуй, ну, на самых минимальных, типа, ну, очко полное, ну, короче, это, блядь. Хотя, ну, я не знаю, нахуй, когда-нибудь лет через 5 у меня будет комп нормальный, мы все это переиграем, может, еще раз. Ну, и, короче, скачиваю тут какой-то файлик, и там написано, версия 1, там, плюс 5 FPS, там, что-то там, графика заебись, там, нахуй. Версия 2, там, плюс 10 FPS, ебать, там уже вообще пиздец, типа, ну, там, тени что-то подшаманены, и трава там убрана, я думаю, нихуя. И версия 2, смотрю, ебать, короче, это, типа, вообще пиздец, короче, ну, типа, ну, тени вообще прям, ну, но там хуёво, типа, становится, ну, не расписано в подробности. Я, короче, включаю, блядь, ну, эту версию 2 въебал, ну, FPS вроде как бы, ну, плюс 1 прибавилось, блядь. Хуяк, короче, это, ну,
подлаги, но все равно бегать можно. Управление там лоховское, короче. Ну, прям, меня прям, не знаю, очко горит. Вот нормальные игры делают же, Ведьмак, там, GTA, блядь. Чего нельзя такое управление сделать, блядь? Что-то так сложно, блядь. Ну, и, короче, блядь, играю. И там, короче, тени, нахуй, пропадают. Этот персонаж главный становится просто белым, нахуй. И там, короче, у него негритоска, нахуй. Она, короче, у него в напарницах негритоска, прикинь. И, короче, она просто белая, в хлам становится. Я смотрю на эту хуйню, думаю, ёбаный в рот, блядь, негр-альбинос, блядь. Сука. Нормально постарались, но... Я даже могу врубить, сейчас я, блядь, найду, нахуй. Так, ну вот. Проходил там, ёбаный, блядь. Я заебался проходить. Какой-нибудь фильм. Фильм, сейчас, погоди. Так, сейчас. Вот, YouTube подрубаю. Кому делать нехуй, заходите. Так, вот, получается. Так, звук вырублю, пока не потише сделаю. Так, что, скорость. Скорость давай x2. Ну, короче, такой графон. Ну, я хуй знаю, типа, самый хуёвый считается. Ну, там еще какой-то есть, еще хуже, типа... Всё, вспомнил эту игрульку, ну. Картофельный какой-то. О, смотри, эта баба. Вот, она вроде сейчас нормальная. Сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать. Где-то она прям белая была. Ну, это типа они делали апдейты для слабых ПК, да? Да-да-да. Где-то она у меня прям белая была, нахуй. Она светилась, ёбаный. Этот мужик что-то пиздел, нахуй. Вот этот, блядь, заебал. Ну, если в игре, короче, то это, возможно, у тебя, может, косяк с драйверами. Не, это чисто вот тени убраны, я хуй знаю, что. Бля, без понятия. Ну, просто тени обосранные. Ну понятно. О, вот они. Убирают. Смотри, белые, нахуй. Просто белая, ёба. Мне, короче, больше всего очко горит с этой игры, что боевка пиздец. Параша. Ну. Да чё, нормальная боевка. Ну, как бы она терпимая, но, блядь, можно. Ну не знаю, можно было что-то поинтереснее, блядь. Короче, этот, ну, контейнера ищешь, обычно же что, вот в Ведьмаке, ищешь, например, этот, какое-нибудь зелье там, нахуй, чем-то находишь, рецепты, блядь, мечи, нахуй, а тут пиздец, находишь какой-то, блядь, цвет костюма, нахуй, цвет корабля, цвет робота, блядь, и вот такая вот всякая дичь, нахуй, ну, прям, я не знаю, ну, просто, блядь. Не знаю, что сказать. Здесь видишь, здесь броню ты не находишь, как бы не улучшаешь свои качества брони. Ты просто, типа, скины, блядь, для оружия там. Смотри, вот я один дурачок. Я тут не понял, что делать, смотри, я не знаю. Опа, он сам пролез куда-то, я вообще не понял. Я сначала стоял, я еще в начале помню, первое прохождение это включил, нахуй, там... Там, короче, висел трос, нахуй. Сейчас я эту первую включу, блядь, где она, нахуй. Трос висел. Я добежал, и я не понимал, что происходит, короче, блядь. Показывают вас, что это страницы, смотрю, нет? Да. Так, где-то вот оно первое. Я там вообще, блядь, охуел просто. Вот тут еще нормальный графон, как он дефолтный в игре, типа. Должен быть. Тут подлагивает. Вот тут, вот, смотри. Вот это, а, или не это. Я тут не понял, короче, куда идти, нахуй. А, не, вот дальше. Дальше будет момент. Получается, вот тут он пробегает, что-то там пролазит, блядь. Вот эту всю хуйню проходит. Где-то я там добежал, что я просто охуел. Ну, короче, я не понял, куда идти. Вот тут хуяк. Так, нет, дальше. Вот тут скатывается. И тут, короче, вот тут я охуел. Я тут думаю, что за хуйня, что делать, нахуй. Смотрю, типы, блядь, эта камера еще фиксируется на этой хуйне. Вот смотри, вот видишь, веревка, нахуй, висит. И вот просто ага. По ней надо было лезть, нахуй. А я не вдупляю, что делать, нахуй, прикинь. Не вижу, да? Просто похуй вообще. Сука. И бегаю, прыгаю, пизда, нахуй. Ебать. Вот, по-моему, тут момент, когда я догадался. Вот. А до этого я вдуплял там пиздец, нахуй. Я ж перезапускал сначала. Думаю, сука, что за хуйня? Это я уже, блядь, не бывает. Минут 15. Ну, блядь, сука, не подсветить нихуя, блядь, ни подсказок, блядь. Сейчас же еще другая вроде часть выходит, продолжение. Ну, что-то говорят, Survivor какой-то, блядь. Ну, я не знаю, блядь. На, нахуй. Обнова на 47 метров. Обнова? Качаем обнову тогда.
Вот такая хуйня, блядь. С каждую секунду 320, короче, типа дополнительного это хила. 1% ДПС всего. Ну, это 2%. Стоял в стол, бил, короче, 2,5 миллиона, 2%. Вы взяли этого танка к нам в гильдию? Прикольно. Что за танк? Ну, вот Каргер ходили. Нормально? ДК. Ну, да, хорошо танчил. Ну, надо даже в тактике где-то рассказывал, помогал. Вторую скоро начнем делать. Геро. Пару КД еще, походу. Сейчас отойду на пару минут. Сейчас пока прогружаю. То есть для ШП эта чалька не подходит, да? Или... Ну, она с каждым твоим, допустим, с каждым твоим проклятием или там еще что-нибудь, она будет 320 дамаги наносить. Нет. Каждую секунду. Раз на одно заклинание, раз в секунду. То есть это будет 1.5% там максимум. Ну, без разницы, на какое заклинание, просто оно будет срабатывать. Если ты бьешь босса, оно 320 каждую секунду. Декольте работает на нее или нет? Нет. Надо нету ДПС на чего-то увеличивается. Там написано 320, но у меня набило по 360. Ну, может, из-за СПД? Какая-то доля. У меня только сумеречность есть. Тик еще, чарка на СПД. СПД. Я хочу себе крит еще. Или хосту. Да, лучше постоянно СПД, нахуй. Аэрозмать и все, нормально будет. Как там СПД дается постоянного? 70-80? 68. Так, прогрузилась вроде. Давай посмотрим на рейд. Шектор, ты заходишь? Вилаша. Так, кого свичнуть? 6 хилов тоже. Че, вы там опять ругаетесь, что ли? Да. Могу на замене почти, если нет. Там все эти сильные и жесткие. Нет. Надо намажить. Так. Сами, давайте жить дружно. Сколько можно? Вот мага Тролл-Д сменить, что ли? Дай там рарник лидера. Вилаша, заходи. Давай на этого. Че, портуюсь? Этот, заходи, Шалфир, на этого. Да, ну портанись пока. Я уже на ШП. Так, давай, плюсуй тогда. Че, как, поспал? Нормально. Спасибо, что не башка не болит. О, хорошо. Так, прибавим немножко ДПСа. Так, Вилаша остался только. Где он? Диси там? Черканите ему. Юля. Черканите ему, говорит. Диси вроде не видать. О, а я даже претендент на печеньку, что ли? Нихуя себе. Пойдет. Пойдет, пойдет. Опа, пивас тут открывает. Уже открыт. Синты. Не угадали. Это был Бёрн? Или какой-то энергетический напиток? Квас, ёба. Это нет, Бёрн я открывал самым первым. Это уже пиво. Ой, блядь. А, ты сначала давай квас катам. Заправляешься, а потом пивасом? Нет, кваса я не пью. Это самое... Нет, мне не нравится. Кто там есть у нас на замене? Юля говорит, что сейчас зайдет. Погрузится. А, давай, давай. Угу. Ну вот, ролл даже был. Тогда ждем. Не надо это... Танка надо. Надо посильнее, короче. У меня Вилаша круто танчит. Вилаша шарит. Да, нормуль. А новый танк сможет танчить? Не знаю, надо посмотреть. Не, ну, вы ходили там, кто там, Шалфир говорит, ходили. Не, Каругер вообще, как боженька, по-моему. Ну, тогда... Да, Каругер мы хорошо сходили, он
Все танчу. Тогда будем развивать. Мы посмотрим. Надо посмотреть еще других местах. Ему чуть-чуть приодеться надо. Еще знаете, что надо? Надо мейн хэпала найти. Вот как Шектор, только второго. Чтобы на второй рейд был задел. И, ну, не знаю, мейн, если Ршам у нас бидон, только считай. Хэл это офспек и призан офспек. Вот, может, призан ты захочешь в мейн хилом стать? Энх он так, нахуй. Он редко нужен, типа, на сурка там только спекаться. Я бы хотел мейн эрдру, чтобы можно было... Так ты и так мейн эрдру, блядь. Не, кого-нибудь другого. Так вот, ну, ищи, то, ну, в твоих интересах это. Найти и научить челика, чтобы он прям, блядь, выдавал, как ты. Не хуже, чтоб было. Вот эту пачку мы всю поднаищем. И это... Где там? Заходит? Нет? Чё там Геншин? Заходит там, нет? Ну, она заходила. Сеть и снова вылетела. Не знаю, написала, сейчас зайдет пару минут. Блять, поверить не могу, я всегда думал, что это мужик, а оказывается, это девочка играет. Не понял, блядь. Кто? Да, кто, мы кто? Все так думали. Будет. Кто? Ой, в Дисе же подписано. Да, блядь, я не знаю, как так можно было, ну, типа, я не обращал внимания на эту хуйню, ну, написано, я в хуй знаю. Недавно тоже женщину БДК видел. Женщину, блядь. Еще одну. Женщину, прям. Да, прям говорящую. Говорящую? Нихуя. Да ну нахуй. Это ТГ-10 были. Танчащие женщины нам нужны, бля, это пиздец, конечно. Я просто, ну, я не знаю, я просто представляю на моем месте такой МТ-шит женщина лича просто. Это же вообще пиздец прям. А еще женщины и хилят, если нихуя. И хилят, и танчат. Просто, блядь, создаешь ДД и играешь в свое удовольствие. Они еще когда шарят, прям, бля, бомба. А когда еще не говорят нихуя, вот как и Вилаша, и некоторые там есть, которые молчат. Вообще пиздец, ну прям, не знаю, идеально. Ну, за последнее время, который, кто у нас, шаман был, да? Девочка играла. Подушка. Подушка, да. И еще какая-то приз приходила. Ну. Твоя знакомая, короче. Ну, они как бы не очень прям истерички, но... Угу. Ну, так-то разные бывают люди. Бывают же люди уравновешенные, да, бывают нет. Бывают разные. Ну да, да. Разные. И всем одинаково хочется синтеком заморочиться. Да. Ну что там у нее, ё-моё. Мне, короче, нужно 6 ребра. Шлиха провожает. Я понял. А, у меня есть 6 ребра. Мне тогда нужен плащ, сурфа и триня. Ой, блять, рарника сурфа, спекать в танка. Я буду... Кто в 50-й? Кирсори, ты тут? Так, давай суммонем Кирсори, рарник в танка и пойдем бить. Да не, будь на что этом. Получается, у нас ни одного эрдру, да, сейчас? Есть эрдру. Есть? Так, ставлю, да, всего один, ставлю рыбу. У нас 6 хилов. 5-я патия и синтек. Ну да. А вообще в гильдии кто еще эрдру, кроме синтека? Никого нет. Ну, по мейн-спеку никого больше. Остальные все типа оп-спеком. Ну вот я, бля, похоже, ответил, какой делать второй хила, что ли, придем. Тоже будешь оп-спеком? Я-то за всего друида умею играть, не пол. Я просто думал, я Ойда даже как-то спрашивал, думаю, кого сову или все-таки эрдру. ПСРАР не готовы?
постов много. Егорь написал, сейчас будет. Кстати. Ну, трай дадим, я хуй знает. Okay. Пока не заходит же. Это долго. Короче, запустил лича. Чё тебе? ХП, да? Неужели прибыли на гостя? После этого так, что там? По аурам распределитесь. Аура. Ты дал мне хуй? А, вон, да. Может, на Милика меточку, да, поставим на какого-нибудь, кто заебательско выбегает с ловушек? Там все бегут, 20 тел, какая разница? Да, все бегут, но метку можно на Шектора. Что здесь стоит? Сразу вопрос задам, пока воет, не начнет атаковать. Ну кто здесь пылит? Давай плюс в рейв, плюс 500 ЕП сразу. Нихуя. Ну что-то не видно, жалко, никому не надо, меня. Наверное, да? Кого? Ну чему призом? Кого? Призом же нормально диспелит. О, бидон за 300 ГП готов. Геру есть еще? Уже? А. Так, сейчас ловушка, отбегаем. Ой, даже не лагает. Повезло. Ловушка с чумой одновременно, внимательно сейчас смотрим. Бежали ловушка, чума злобный. Бать. На водиконе чума, почему-то. Встаньте, это, мозг включите, ловушка пробегаем. Видите, она наперед разлитая. Ловушка с чумой сейчас будет. 5 секунд. 2 секунды. Пробегаем. Чума мифик. Чума водикон. Почему-то. Чума, чума в рейде. Как дела? Встаньте поближе к личу. Генш. Сука, она геншин чума. Генш. Ну, здесь... Блядь. На бурдалаке, вот, в самом левом. Равник, ищи чуму. Ловушка пробегаем. Вы нахуя наперед встаете, дауны, блядь? Тупые, блядь. Ну нам же бежать через эту ловушку. Вы понимаете, сейчас один зависит, все улетят. Стойте в спине лича, блядь. Пробегаем. Вот вот так всегда стойте. Некромант. Некромантика выноси. Вон вынес. Блядь, играйте нормально, нахуй. Не торопитесь никуда, блядь. Делаем четко, чтобы никто не умер. Ловушка. Убежали. Чума с ловушкой 3 секунды. Внимательно смотрим. Пробегаем. Чума хукмастер. Хукмастер. Ловушка, пробегаем. Забирай, забирай побольше, чтобы не успела исчезнуть. Забери, только не проеби мобов с чумой. Шаркариваем. Ловушку с чумой 2 секунды, готовимся. Рарник. Пробегаем, ПС и чума. Леска. Один процент, сейчас он там докастует. Видите, он кастует, стоит. Ловушка секунда. Пробегаем, последний раз. Все, он убежал. Нет чумы, да? Урдалаков зергаем. Шары бьем, не допускаем их близко. Имейте в виду, блядь, летят все.
Последний на пул сейчас даем на духа. Все, забираем. Сферу разбили быстрее. Духа добиваем. За спину луча. Валик фул ДПС. Все три разбиваем. Быстро зергаем их быстрее, пока есть возможность такая. А кто там у края? Право-лево отходим от валика. Сейчас будет осквернение. Осквернение секунда. Осквернение отходим. Так. Вернулся там кто был? Все, сейчас встаем, летим ровно на портал. И это самое будет вальки одновременно с лечом, с осквернением. Самое сложное, имейте в виду. Сначала увидеть, где осквернение, выбежать с него. Хил. И потом зергануть валик. Радик там поглядывай на моменте, когда жнец там не. Если вдруг шотнет. Осквернение разбежались. И все, и валик бьем. Валик бьем. Фул по валькам. РДД треугольник, милики, ромбик. РДД быстрее треугольник. И стан треугольнику, быстрее, весь рейд. Побежали милики, помогли туда. Спасли треугольник. А в кружке кто был? А все спаслись? Все, сейчас сначала осквернение. С центра все уйдите. Потом, когда лужа разольется, вернемся в центр. Внимательно. Осквернение 2 секунды. Не налить в центре. И потом идем в центр сразу. Готовимся. Так, разлились, побежали к личу. Центр. Войда захиливаем. За спину лича. Встаем быстрее, плотно. 3-3 вальки бьем. Ну вот хули кружок так стоит хуёво. Это спина, блядь, здесь. Все, ешем быстрее. Все вальки. В это, РДД пошли ромбик. Милики пошли, этот. Станы валькам. Кто в ромбике, блядь, в ту сторону летит? Быстрее пошли пол рейда туда. Милики вот этот треугольник добиваем. В РДД остальные пошли. Все, милики. Оскорение секунда. Ой, ебать, мы прямо в нем стоим. О-о-о! Все, уже не спастись, блядь. Я резну не встал. Да хуя нас там было, блядь, в этой луже. Блядь, все равно встали. Можете от него убегать? А там у нас было 5 человек, блядь. Череп. Я вообще его не заметил, блять. Не, в целом неплохо, я считаю. Так, а где столб? У всех столба нету? А все появился. Я думал, не появится, пофиксили. Рыба есть, жрем. Ой, дашь плашечку на СПД? Обмен. Это самое. Скажите сразу, кто с валик возвращается. ПС, а кто еще? Рарник. Чтобы не бить вас. Локи, это я знаю и так. Я возвращаюсь, но я еще не пробовал ни разу. Давай это, ставь главное удобности. Просто попросим поанонсить, когда они будут. Там важно, чтобы точно назвали метку, которая на вальке висит. Не свой ник, а метку, которую вальку не надо бить. Ну да, я про это и говорю, чтобы они заанонсили эту метку сами. Маги, кто с вас может возвращаться? Эй, умеешь возвращаться? Трулде вроде умеет возвращаться, блядь, но я его заменил, блядь. Ладно, магов будем бить тогда. Чё, получается, Локи, Рарник, Шалфир и ПС, да? Ну хотя бы уже 5 человек. Равист, Седжу. А есть фласочка на АП любая, там, ЛК или, блядь, БК, там, без разницы. Войду обмен. Запустил. Войду обмен. Этот самый, на духах, первого духа, первого и второго всегда Седжу пулишь,
А этого? Как это понять первого и второго? Первого и второго. Ну вот духи выходят первый. Ой, не... Не, подожди, я не перепутал. Не первого, второго, первого, третьего. Хорошо. Вот первого, третьего это ты, а второй, четвертый это Хант. То есть Довокин тебе только второго на первой переходке, а на второй переходке второго и четвертого. Что раздают? Фласки. Фласки какие-то раздают. Тебе надо? Нет. Да нет, потом возьму. Ну, когда кончится, скажете. Тебе что, сопрут? Сопрут, да. Все, сейчас уже запускаться будет, уже некогда. Побегаем. Ловушка чумы 2 секунды. Пробегаем. Шектор чума. Ловушка секунда. Пробегаем. Рарник. Ловушка с чумой 3 секунды. Готовимся одновременно. Пробегаем. Чума invisible. Рарник. Ну, рарник-то на себе, я думаю, видит. Ловушка секунда. Пробегаем. Ловушка с чумой одновременно 3 секунды. Смотрим внимательно. Пробегаем. Выбегаем, да. На бенстиллере. Ностальгия. На ностальгии чума. Здесь пальте чума. Где-то в рейде что-то. Ну ищи, Довокин, пробегаем, ловушка. Доносить чему я надо, домобов. Рарника сильнее хилить. Шаманы, кто-то волну подключайте. Пробегаем. Чума секунда. Пэса выноси. В рейде, блядь. Испыльте, чтобы не умер. Ловушка, пробегаем. Далеко, далеко. Шарник. Ширкаря. Ловушка 2 секунды. Чума 5. Пробегаем. Вот за колонной. Кукмастер. Кукмастер. Лич пидорас, он стоит, кастует. Рарник. Все, он убежал. Иди на край. Рарник. Рарник. На мобах нету чумы? Да, заебись. Нету, должен. нету. Так. Ты с меня лучше не таунти, ты таунти, ну yeah. Вот, именно когда ДД, когда ДД сорвет, если. Сейчас вот я ЛПшками агро наберу, вот у меня сейчас ЛПшек штук 5 залетит. Вот сейчас, ну сейчас забирай. Так, стараемся побольше по личу играем.
пока валик нет. Вальки сейчас, валик разъебать прям в хлам. Когда 50% у них дальше в лича свищимся. Так, ностальгия, седжу, шелфир. Шелфир. Треугольник, снимите, да? Да все, уже уешьте все, пускай. Они хорошо летят. Выходим из сквернения сейчас. Он черепок. Вышел. Пошли на ту сторону. Примерно вот этот шип, который правее от портала, вот на него полетим. Бетон номер. За маной там смотрите. Вальки одновременно со сквернением. Милики вышли с центра. Сначала смотрим, где это. Ой, Войда подхильте. Черепок, отошли. И валик бьем. Давайте две вот эти РДД, этот треугольник, зергайте. Ну, дайте стан ромбику. Ну что он улетает-то, блядь? Стан быстрее какой-то. Дамаг где? Ромбик быстрее, все свичнулись. Ну сильнее, ну еще стан. Да, ё-моё. Шалфир улетел. Значит, осквернение. Захиливаем. Осквернение сначала вышли. Так, синтек рейс из Шектора. К личу идем быстрее, сейчас вальки 2 секунды. Синтек рейс, ну быстрее, блядь, синтек. С иннер ему, захил. Каску лапу пристабав по Шектору. Иннера ему, водикон, рвиз, залейте. Вальки разбиваем все три. Быстрее, там еще Шектор, вальки. Трусах опять. Трусы, РДД, две вот эти милики. Замедляйте, лужи там. Осквернение 2 секунды, вышли из подвалик. Быстрее, по кружку больше. И по треугольнику больше. Осквернение пиздец хуёвое. Добивайте валик и кличу, идем на ту сторону. Рамба, рамбан. Ромб, быстрее. Выбили, на ту сторону перебегаем. Вальки сейчас будет, хил, пусть они... Хил. На эту сторону перебегайте быстрее, кличу все, сука, быстрее. Вальки 2 секунды. А осквернение же там. Сейчас вальки, вальки появятся, все, из центра выбегаем. Выбегаем, и потом валик бьем. Осквернение секунда. Все, валик бьем. Трусы не бейте. Трусы не бейте, ромбик и этот, и кружок бьем. Кружок милики. Какой-нибудь того. Кружку, это ромбику стан быстрее. Вот он вернулся. Стан ромбику дай. Кружок добейте. Ну. Все, берем дальше. Полечу больше сейчас сыграем. Так, что там? Пятая сейчас волна. Сейф. А, нет, сейчас осквернение. Сейчас осквернение разбежать. Выходим с центра. Потом надо в центр вернуться. Забери. Секунда осквернения. Так, забрал. Осквернение в центр бежим. Где осквернение не вижу. Блять, да ты отдай лича-то, ёбаный в рот. Быстрее в центр встали, сейчас вальки. Между этими... РДД в кружок. Где две? Где треугольник? Добиваем, короче. А в треугольнике кто что-то... Я некромант, я уже вылез. А, все, ладно. Все, лича бьем. Осквернение секунда. Вышли. Смотрим, где осквернение. Ебать, вакханалия, нахуй. Все, кличу, идем. Еще волну валик надо бить. Соберитесь вместе. Вот в спину лича на тот шип полетим. Да, эту еще бить будем. И потом уже переведем. Сейчас сложно, смотрите, вот вальки хватают и осквернение 5 секунд. Вот хватают, начинаем их бить. Ману, ну ставь тотем. Тихо, вальки, это бьем. Этот, осквернение сейчас секунда. Осквернение выбежали. Паза. Блять, выбегите оттуда. Быстрее выбегите. Идем к кружку. Валик бьем. Кружок, ромбик бьем. И фаза 2%. Быстрее. Или чай, и вальку бьем одновременно. Быстрее, захиливаемся, нормально. Стан ему, стан, быстрее, стан кто-то отдайте. Ну быстрее. Все, лича бьем. Два лича больше бьем. Ну, сука, разгоняйтесь по личу. Осквернение 5 секунд. Немножко рассоситесь на полукруг. Процент, 1%. 2 секунды осквернения. Идем. Осквернение. К личу идем. Фаза пошла. К личу идем.
к личу идем. Сейвы отдаем. Да какой вайп? О, пидоры, блять, сука. Прыгайте нахуй. Как вы заебали, сука? Ну что за залупа, блять? Умирайте быстрее, блять. Чё там? Спрыгните, ёбаный в рот. Все, заходим. Или что, или масрез есть? Резно. Не бегайте там, это, а то валик спулите еще. Это. Сейчас сумнем. Сразу шкаф. Что-то, блядь, какая-то хуйня, нахуй. Да пожадничали, надо было это бить в центре. Там две лужи было и выбежали. Может, ты велаш в рейд? Я внутри шпиля. Давай, давай этот самый Кирсори в Долоран, велаши сюда, рарник в этого, в Ретрика. Дай, дайте ему портал. Сейчас чуму надо с него диспелить, имейте в виду с Вилаши. Он не рарник, он не умеет диспелить. Да. Да, да, ДЦ рулит нахуй здесь, конечно. Всегда так было. Так, рыбу жрем. Войд саппорты кончаются. Обмен войду. Да, нужен саппорт. Столик поставьте, маги. Так, на злобный 11 штук пораздавай. Злобному обмен. Саппорты. Так, вот. Злобному обмен кидайте, что на него поставил. Семеточку поставлю. А что, так можно было к концу почти РТ пройти и плюсануть на замену? Он там просто пал. Шалфир где там? Секунду, сейчас. Самая сложная фраза вот эта фаза с вальками. Проходим, и дальше там хуйня. По комнате побегать вообще хуйня, изи. Бегать туда-сюда на платформе и все. Сражения нет, вообще изи. Он отменяет трейд. А я не могу, у меня само отменяется. Вот я есть даже... сопрот только... Я даже назвал. Тебе кидаю... Нет. Тут у меня настройка, да, отмена. Но остальным не, остальным не отменяло, и именно ему отменяет. Давай мне, я ему дам. Пусть даст синтер. Принимайте готовность. Некромант. Спасибо. Так, запустил. Смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаяния. Так, пока вас кикну. Послужат
4, 3, 2, 1. Пробегаем. Пробегаем. Сектор. Рано спалишь. Ловушка, секунду. Бегаем. Ловушка с чумой 3 секунды одновременно. Пробегаем. Чума бенстиллер. Бенстиллер. Ловушка секунду. Пробегаем. Ловушка с чумой 3 секунды, готовимся. Пробегаем. Чума шектор. Полетел. Улетели. Наперед поставили. Прыгаем вниз. Типа прыгать вниз, блядь. Ван. Чё заебало, мы сколько упали? 3 трая всего лишь. Ну мы 3 трая упали, да. Ты уже заебало? Просто один приходил уже, сюда, прыгал вниз. Уже да. Смотрите, тут все повторяется по кругу, вы сами это знаете. Чума с ловушкой, тайминг, ну один и тот же, они там немножко рассинхронизовываются, блядь. То одновременно летят, то чума потом, то ловушка потом без чумы. Это не сложно, блядь. Ловушка отбежали. Это простое действие, блядь. Чума, чтобы чуму вынести, надо находиться недалеко от мобов, чтобы вы добежали до них. Вы должны смотреть глазами, где эти мобы стоят, вы должны смотреть. Если вы это не будете делать, за вас это никто не будет делать, блядь. Ой, там не за что ГП. Не отбежал. От чего не отбежал? Ты его взрывом выкинула. От чего не отбежал? От того, что человек стоял вдалеке, специально развивал. А там. Тебя вообще чума убила, кстати. Ну правильно, потому что мне лужа откинула, я улетел, блядь, в стратосферу. Ну а кто из вас лужу? Ну вопрос к тому, что мы стоим кемпом, либо кто-то, блядь, отдельно стоит вдалеке. Этот, ты ловушку взорвал ДБМ, или кто? ДБМ показывает, где, типа, на ком появляется лужа. Да, я же вижу, он впереди стоял, блядь. Я бегу, так. А как я могу добежать? Ну, камон, когда лужа впереди меня. Так кто, там, кто, раз, два, кто лужу? Мастер. Не, разорвал мастер. Разорвал. Появилась ловушка от кого? Которая наперед была? Я хуй знает, кто там. Ты сейчас видео снимаешь, глянь как раз. Ну последнее у меня пишет на некромантике. Да не. Ну не, чё, нет. Была еще первая. Одна была перед вайпом. Ну, прям перед вайпом. То есть на предпоследней мы, по-моему. До некромантики надо еще смотреть. Да, перед ним, по-моему. Ну я не уверен, но вроде еще. Ладно. Ещё... Так, ну написано на рарнике. Ну, может такого. Рарник, ты наперед ловушку разлил? Ну как он может наперед, он сразу босса бил. Чё, я ебать. Там под плащом стою. Ну раз вам похуй, значит мне тоже похуй, блядь. Давайте говорите, кто ловушку эту разлил нахуй. Или это потом по видео будем смотреть. Нам сейчас бить надо, а не вот этой залупой заниматься нахуй. Имейте в виду, блядь, в свое же время. Вот на ком череп. На ком? Шалфир. На последнем на нем, значит, была ловушка. ДБМ же череп вешает. Угу. У меня в прошлый раз. Боссом за плащом.
У меня прошлый раз также повешал на меня ловушку и череп. А, ну, давай, Ким, кто там как раз? Вы стоите вот с левой стороны на ход боя и дальше всех с угла. Неужели нельзя поближе встать? Расстояние куча. Чего вы, блядь? На этот трай я просто наступил ловушку, там и вайпались. Наверное, поэтому череп. Ой, ты реально хочешь, чтобы вот, блядь, ну твоя мысль такова, чтобы кто-то здесь на мужика сказал, ой, типа, я закосячил? Реально? Ты вот эту хуйню сейчас ждешь, чтобы вот тут, блядь, общество просто 30%, блядь, то срет, то там что-то еще исполняет. И хочешь, чтобы они из них сказали вот это? Да ты что прикалываешься? Не гони, вот, не в то общество. А ты бы признался, Пас? Ну, естественно, блядь. Ну вот, видишь, одного нашли, кто признается. Жрите рыбу. Ну пусть этот человек, вот кто сейчас, ну, мне ГП за него дали, вот пусть он нахуй хилит нас. Кинь меня на замену, пизду, пусть он и хилит, блядь. Короче, ладно. Ладно, Шектор, блядь, вот... Ребята, вы чё, из-за ГПшки так... Ты заебёшь, ну, ты кидаешь рейд из-за ГП, реально, ну... Я не знаю, я не кидаю, хорошо. Я ухожу на замену. Хорошо. Я ухожу на замену, я не кидаю, я ухожу на замену. Почему ты уходишь на замену? Я могу тебе сотни причин. За хлебом мне надо выйти, свет мне отключили. Я честно тебе говорю, но нахуй мне, то есть кто-то, блядь, разливает, а я взрываюсь и, блядь, еще с меткой улетаю нахуй в стратосферу. Нахуй мне это надо? Ты понимаешь, еще ГП хуярит. Ты понимаешь, да, что ты один хэпал, и без тебя мы бить не будем просто? Ты это понимаешь, я этим спекулирую. Бурибай, где там, блядь? Ну, что Бурибай? Возьмите. У него что? После рейда, посмотрите по видео, найдете, кто сделал, и отменишь. Я бежал спокойно с кемпом. Хуяк, блядь. Ну давайте не будем ругаться, после пожалуйста. Ну кинь синтеку ГП, не знаю. Не, ну Шектор это взрывом выкинул, он же выжил. Не он ее взорвал, эту ловушку. То есть его сейчас, просто Рэнджой зацепило, чуть не убежал. Теперь смотрите так. Значит, сейчас я включаю место рейда. Сейчас я включаю.